Сегодня в рамках системной помощи, которую фонд оказывает Украине, мы передаем аппараты искусственной вентиляции легких больницам города Днепр. В последнее время у нас именно в городе, а не конкретно по стране, статистика показывает, что количество выздоровевших превышает количество заболевших. В первую очередь благодарность нашим докторам за качественную медицинскую помощь, которую они оказывают своим пациентам. Если же быть откровенным, то, конечно, основная проблема, которую мы видим в настоящий момент, это проблема, связанная с медицинским персоналом. Его пока достаточно, но персонал перегружен, доктора перегружены, то есть реально, скажем так, мощности у нас есть, а вот человеческим ресурсом, самым ценным ресурсом, который можно только предположить, есть, ну не то чтобы проблемы, но, скажем так, тенденция не очень позитивная. Поэтому мы будем укреплять медицинский персонал, будем изыскивать дополнительные возможности. Выполнять все функции. Здесь у него все параметры, все режимы, которые вообще возможны. И свои особенности, как у француза, как французская машина, они со своими особенностями, как будто аппарат. Расскажите, пожалуйста, родители. Прекрасно.